если мы воспринимаем все разумом, так что же с нашими органами чувств, с глазами, например, которые воспринимают реальность? Они за что, лишние органы чувств? Мы не воспринимаем разумом восприятие реальности целиком в желании, а желание — это чувство. Разум только должен помочь нам направить желание. Орган зрения, орган слуха — это просто сенсоры, датчики, как микрофон, который воспринимает волны или еще что-то. Но потом за этим стоит устройство, которое раскрывает, что, кто действует в этом, а это мое желание. Мое общее желание — это желание получать, которое получает впечатление по нескольким каналам.